Прибыли сегодня с автономной сезон фототуристов. Креативность, логичность и наблюдательность – вот основные критерии успеха в фотоквесте. Вадим эти требования знает на зубок. Ему не раз приходилось участвовать в подобного рода конкурсах. Должна быть хорошая координация, должна хорошая быть, ну, человек должен хорошо ориентироваться по городу, знать хорошо свой город. Ну и мышление, работа команды. Да, это интересно, развиваешься на застороне, что-то новое для себя наверное, находишь. Участник до последнего не знает, что придется снимать. Задание всегда содержит в себе какую-то загадку. Да и на этот раз организаторы постарались. Задачки ребятам достанутся не самые легкие. Они разделены на три блока. Начинается по креативности, также различные зашифровки. В каждой команде от 3 до 6 человек. На все про все 3 часа. А снимать придется в различных частях города. К тому же передвигаться можно только на своих двоих. В крайнем случае с помощью городского транспорта. Фотоаппаратура, конечно, своя. Организаторы говорят, что достаточно и одной камеры на команду. Но бывалые знают. Лучше перестраховаться. Фотоаппараты из 4 человек, ну, чтобы на всякий случай вдруг кого-то что-то куда-то сядет, чтобы себя вот подстраховаться было. Победители определят известные фотографы Мариуполя. Они оценят креативность, точность и качество фотографий. Самых достойных фотографов ждут полезные призы. Они вернулись в эти выходные.